Твой рисунок, мне так нравится этот рисунок. Мне очень твое творчество очень нравилось. Красивый рисунок, да, очень красивый. Оно просто. Ну это ксерокс. Твой рисунок к твоему стиху, да? Да, это Преображенко. Здорово. И этюды у тебя были хорошие. Мое окно на улицу выходит, летят снежинки, за окном метет метель, трамвай на размышления наводит, прочь прогоняя всю земную канитель. Смотрю на ночь из глубины квартиры, горят окошки где-то там из темноты, холодным светом мерно согревая уют озябшей запорошенной зимы. Вот это стихотворение, оно было написано вообще в 75-м году. Прям там на Преображенке, вот это был мой рабочий стол. Как раз на Большую Черкизовскую выходило окно. Я там сидел, как раз учился в МАРХИ допоздна. Ты ко мне приходил тогда там, мы с тобой, помню, Акуджаву ставили, слушали пластинки, там, знаешь, это самое, обсуждали дела. Потом выходили гулять и ходили кругами вокруг по Преображенке, гуляли, вокруг такие долгие беседы про жизнь, про все, про реалии наши, да. Такое было время. Романтическое. У нас сейчас тоже романтическое. Сидим за как за одной партой сидим. Ну что, все-то уже все. Да. Ну все, концерт заканчивается. Нет, остальные у меня нет распечатанных. Да. У тебя где-то? Где у тебя распечатанные? Ну потом как? Да, ну, потом. Сереж, ну ладно, потом может, да, экскурсию проведем или два, потом. Экскурсию? Да. По этим работам? Да, потом. Ну. Ну давай, или сейчас, пожалуйста, давай. Сейчас. Только не, ты некоторые можешь рассказать. Ну давайте. Коротко. Я не все знаю, никто знает Аня. Нет, а ты просто про любимые свои картины. Ну здесь, да, ну давай, вот, смотри. Про твои, что ж ты же набрал? Вот это Оля Баталилова-Комова, наша любимая художница, наши друзья. Илья Комов и Ольга. Очень Ольга, красивая работа, которая у нее это провинциальная купила, живопись у нее. Ну, эту работу купила Аня где-то в Черногории или, по-моему, в Хорватии. В Черногории. А в коридоре там басанца пойдем. Сейчас туда пойдем, да. Это вот из Италии. Там одна студентка рисует акварели коммерческие на продажу. Это на аукционе работа была. Красивая, да, тоже. Это то, что ты купил. Да, это какая-то тоже работа с аукциона была куплена. Аня купила такой. Мне очень нравится этот пейзаж морской. Вдохновляет на путешествия летние. А пойдем наших друзей посмотрим, пойдем. Которых мы обожаем. Да. Басанца, это Горшкова. Это вот Слава. Аня, папа. Замечательно. Слава Золотаев, это его. Ага. А вот это он в Греции. Греческий такой пейзаж. Помним и Славу. Итальянский художник. Он танцевал хорошо. Это просто из букиниста Форд. Симпатичный очень. Купили. Ну, здесь у нас тут надо включить. На кухне здесь у нас. Шикарный басанец, правда? Да? Да. Да? Вот супрема. Это самая яичница с луком, с укропом, а это голубое весеннее небо. Я так себе представляю, да, ассоциации. Очень это самое. Ну, он веселый. Артем нарисовал картинку. Ой, это Артем, это Вася нарисовал картинку нашей семьи. А по нашим стопам пошел. Потом у нас был тут котик, мы его сюда перерисовали. Позже. Это талант басанец, да? Какой красивый все-таки, правда, басанец? Басанец, да. Вот хорошо, что у нас все веселые, правда? Пирокозов, очень красивый художник, очень красивый художник. Очень романтичный, просто чудесный. Я вот заряжаюсь от этой картины, она меня прям аж спасибо. Заряжает. Очень нравится. Так. А это? Это Маша Качанова. Какая замечательная картина. Это ее работа, да, вот она такой натюрморт. Ты ее родил. Да, она с ней подарила. А это два басанца. А это я даже не знаю. Анечка, а чей это натюрморт? Это тоже Слава. Да, это тоже Слава Золотарев. Это его натюрморт такой. Ученический. Симпатичный. А это ученический. Купила, да, это какой-то, да, это покупил. Красивая вещь тоже. Басанца, веселая картина. У него будет сейчас выставка. Карпов. Карпов, да, великий, Карпов. Красивая, красивая картина. Карпов. Тоже великий. Это известная работа его, да, такая. Это наш большой друг. Это Кращин. Коля Кращин. Да. Афорт, наверное. Это литографский его, вот эта литография, по-моему, да? Или... Нет, это тоже афорт. Афорт. Он подкрашенный просто. А, понятно. Это экслибрис. Угу. У тебя прекрасная коллекция, Сереж.
Это Анечка да, тоже это под Матисса теснит. А вот эти бы Сан Сан, мне тоже очень нравятся, веселые такие картины. Они очень пришлись к нашему интерьеру, я прям к ним так привык, они часть нашего вот этого пространства. Вообще дизайнерские, ну в хорошем смысле, ну нормально. Ну, на Бена Николсона похож, конечно, Вот, а это Киракосов там висит у тебя красивый, какой хороший. Все пространства. Ну, правда, в кладовку повесил, но все равно хорошо. Ну, там уже большой, большой. Она у нас висела на прошлой квартире в изголовье. Большие. Потом они вполне, ну, они как-то очень хорошо повесили. Ну, тут здесь большие картины, да. Мы пока не сюда нашли. Ой, хорошо, все, поехали дальше. А это Цветкова. Цветкова хорошая картинка, да. Когда-то давно подарил, он чуть ли не на свадьбу. Смотри как. Ну, у тебя по периметру хорошо. Катя Медведева. Да. Ну, если хочешь, я тебе Катю еще подарю, у меня там есть. Ну, а это Афорт. Это тоже Кращин. Хороший кращинский Афорт. Угу. А это Горшков тоже, да?